Что там, эликсиры варишь? Нет, самогон из зачистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа-чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу, я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Ладно, неважно. Не хочу с тобой ссориться. Правда. Не стоит терять времени. Уродина ждет. Ламберт. Ой, извиняюсь. Потенциальная Цирилла. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда. Как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, кто целым с медальона вернется, докажет, что сего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Я вот что думаю. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет. Где ты этому научился? Один старый мастер показал мне пару приемов, когда я был в зарекании. Ладно, ладно. Припаси свои побасенки для очередной чародейки. Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что! Я-то думал, лодка сама отвязалась. Вот зараза. В таком тумане мы никогда не... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты.
вход в пещеру с другой стороны, видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Геральт. Сам эту посудину делал? Да. А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь, я дальше носа ничего не вижу. Густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку кашу. Хорошо. Мы уже близко. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Так старый грот еще там сидит? Если только не оказал нам услугу и не сдох сам, то да, сидит. И в любую минуту может выйти. Как там было в нашем стишке? Чутко дремлет старый грот? Кто разбудит, тот умрет. Пойдем. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Эй, малыш! Спокойно, ты уже в безопасности. Хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Thank you.
иллюзия. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Пусть лучше он споет балладу о тебе, Ламберт или доставучий ведьмак. Лучше быть доставучим, чем наивным. Дольше проживу. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу. Один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слава Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз. Два. Три. Да и ты нелегкий. Ну, идем. Эту стену можно было бы взорвать ардом. Ага. И разбудить старого Грота. А ты что, боишься? От холера. Можешь топать потише. Ладно тебе, я поскользнулся. Кости. Ай. Измельченные. Что-то мне в глаз попало. Какой-то осколок. Главное, чтобы не осколок кости. Куда? Не то станешь еще в пыль. Ха. Да. Старый Грот не любит гостей. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы не возражал. А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Сюрприз удался. Может, оно и к лучшему. Веселее! Скучал по мне, сукин сын?
Ты цел? Да, да. Вроде да. Уходим отсюда. Постой. Это тебе за Вольтера, скотина. Ты закончил? Пойдем. Хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Не знаю, перед кем ты выпендриваешься, на меня подобный пафос впечатления не производит. И кто это говорит? Весемир рассказывал, как вы выполняли заказ для нильфгаардцев в Велине. Что? Что ты делаешь? Убиваю чудовищ. А ты говоришь? Это случайно вышло. Пойдем уже. Это место силы. Отсюда изливается магия. Ты глянь, как он от нас удирает! Тролли обычно себя так не ведут. Ведьмаки, не ходить дальше. Это горы тролли. Гора тролла. Да. Гора тролли. Ну, поговори. Поговори с ними. Спокойно. Мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать. А иногда третье. Ну, сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Как мы бросить камень? Вы не ходить. Ведьмаки не понимать. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушать все-таки. Мы к вам в замок не ходить. А там много камень. Красивый камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст.
дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень, а ведьмаки не отвечат, только болтат. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа. Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Будь по-твоему, оставим здесь мечи, но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу, щиплет рот. Ты спятил? Делай, как я, и не ори. Ты, видно, не тот путь в жизни выбрал. Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. Плохо помнишь. Ведьмаки убивают опасных чудовищ. Ну, вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Возразить нечего. Ну, хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Как там было? Сначала вода, потом земля и воздух. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал Аксий. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да. Полезный знак. Недавно мне жизнь спас. Да, Акси полезный знак. И опасный. Это еще почему? Он искушает применять его слишком часто. Принудить купца сбросить цену, велеть дерзкому дворянину пить источник канавы, заставить относиться к тебе с уважением. Иногда трудно себе в этом отказать. Я и не отказываю. Жизнь слишком коротка. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователен. Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. Жаль только, что у меня не было выбора. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяницей. Стоило ему надраться, он убил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он, наконец, сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо накеров. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен?
дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Знаешь что? Пойдем. Не нравится, что я говорю, да? Ведьмаку не пристало говорить такие вещи. Знаешь, что тебе еще не понравится? После испытания медальона я поехал прямо в родные края. Поблагодарить батюшку за все хорошее. Хочешь услышать, что я с ним сделал? Ламберт, прошу тебя. Я думал, ты хочешь честного разговора. Ну ладно. Сделаем вид, что все в порядке. В дорогу, дорогой товарищ. Наши друзья ждут нас. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Ведьмаки! Брать острые дубины и идти домой! Угу. Можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. Ты прав. Возвращаемся. Только после вас.